7 июня 2014 года, Прага, арена для выступления «Олимпия Мотор». Людмила Никитина хочет, чтобы она показала мне свое тело перед ее выходом на сцену для выступления в финале. Люда, лицом к зрительному залу, улыбка, плечи чуть-чуть вниз, живот тянуло, бедра напрягла, поворот направо. Подбородочек чуть выше, голову чуть-чуть левее, 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 в мою сторону. Отлично, поворот направо. Ниже плечи, вот так, попу напряги, бедро, хорошо, поворот направо. Подбородочек забываешь, теперь вправо чуть лицо, улыбка, великолепно, поворот направо. Поза самая удобная для того, чтобы показать, какая ты красивая. Все супер, запомнила, все, целую, обнимаю, пока. Я только что судил категорию «Женский фитнес». Барбара выступала в роли, я не знаю, за границей есть такая книжка «Три толстяка». И там есть у него кукла СУОК. Кукла СУОК, механическая, механик Доллс. Механик Доллс. Ее программа была построена именно из этой книжки. Я желаю ей, и ее мужу удачи. На самом деле прекрасная подборка спортсменок, великолепная пятерка. И хочу, чтобы у ребят, у всех получилось, и все, чтобы заняли первые места. Почему так не бывает, я не знаю на самом деле. И потом, чтобы всех поздравлять. Ребят, всего хорошего вам. Ну вот, прошло всего лишь 40-50 минут, буквально совсем-совсем недавно я сделал интервью с ребятами. Сейчас произошло некоторое обновление, появился самый главный, в смысле не самый главный, а первый тренер 2013 года в Литве, Ринадис Чеснайтис. Короткий еще один репортаж о ребятах из Литвы, литовская команда. Ринальдис, представься, кто, как тебя зовут? Ринальдис Чеснайтис, Литва. Дальше, клуб? Клуб Таурас, Мариамполе. Ну, это не самое главное. Самое главное, что литовская команда выступала. Опять, как и на чемпионате Европы, тоже вернулся домой с медалью. Малыми силами, но всегда с медалью. Литовский слоган литовской команды. Небольшая сила прорывается, идет, уничтожая все на своем пути. Покажи, пожалуйста, медаль свою. Вот такая красивая медаль, обратную сторону. О, отлично, кусает. Шоколадка. И в биби. Любительская Олимпия, Прага, 2014 год, 7 июня. Я Александр Тимошенко, еще раз представься, кто ты? Томас Урошко. Томас Урошко, да. Литовская Республика. Какого цвета литовский флаг? Литовский флаг какого? Желтые, зеленые, красные. А литовский гимн знаешь? Спей. Не отводи меня, Мусу, тонет мирю жемя, лишь пройдя с того сунусь, тесть не примеся. Ачо, правильно? Так говорят, ачо? Лаба, вачо. Ребята, поздравляю вас с первым чемпионом. У вас еще, что у нас? Аля. Да, Алина Чапурнени. Ждем ее, да? Да. Ждем? Во время обеденного перерыва, в то время как друзья из Казахстана уже удаляются на прием пищи, я, Александр Тимошенко, нахожусь в спортивной арене блистательного комплекса в городе Прага. Сегодня у нас 7 июня 2014 года, любительская Олимпия. И моя собеседница. Зовут меня Елена Соколова. Живу в городе Ишкар-Ала. Тренер Артем Гвозденко. Артем кто? Гвозденко. Артем Гвозденко? Да. Вот этот сидит в голубой, так сказать, с опухшим лицом, с сияющей улыбкой. Слушайте, такое впечатление, а Йошкар-Ола находится не рядом с Китаем? Нет. А почему у него глаза узкие? А, плохо сегодня ночь не так провел. Скажи, пожалуйста, какие твои результаты были на
региональных соревнованиях, на чемпионатах России, Кубках России. Что ты достигала и какие у тебя титулы есть? Два раза я выиграла в Нижегородской области. Последний раз выступала на России, стала третьей. Москву выигрывала, Подмосковье выигрывала. И... бодрее голосок чуть-чуть. Ты же выигрывала? Выигрывала. Медали есть? Есть. Медали есть. Самое есть чем гордиться. Самая главная медаль на сегодня. Самая главная медаль. Ты ее можешь показать нам? Да. Вот она, долгожданная. А две стороны. Раз сторона и два сторона. А надкусить? Вот. Мы всех заставляем надкусать. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть тренер. Тренер тебе какие планы пишет? Что он тебе, как, в каком плане он тебя тренирует? Что он стоит на каждой тренировке, приезжает в Йошкар-Олу и показывает тебе, как накачать бицепс бедра? Нет, мы переписываемся в интернете, так. Общаемся, уже какие-то тенденции намечаем, что нужно дальше в моей форме менять, готовить. Не-не-не, я сейчас с девушкой пока разговариваю, до вас еще время дойдет. Мы ты не стесняйся, да. В Казарах и в Москве. Улыбка должна быть больше, все зубы должны быть наружу. Глазами можно стрелять, все это будет хорошо получаться. На будущее сразу идет процесс обучения. Дальше что он делает с вами? Что Артем делает с тобой? Не кушать. Что кушать, не кушать, так. Да, в основном не кушать. В основном вообще не кушать. То есть он скотч высылает с этот, бьешь королу, чтобы ты заклеивала себе рот, да? Скажи, пожалуйста, ты считаешь бикини это соревнование или конкурс? Ну, я считаю соревнование. Для кого-то, возможно, это конкурс. Все девочки готовятся по-разному, у всех уровень разный, но для меня это соревнование. Скажи, пожалуйста, на твоим образом в части прически, макияжа, так сказать, обмундирования, которое, так сказать, на теле, обмундирование, которое на руках, кто работал, кто, так сказать, чьи усилия были приложены, помимо твоих? Моих усилий очень много здесь. Весь декор купальника – это все моих рук дело. Декор купальника ты имеешь в виду и сам раскрой или разрисовка? Разрисовка. Каким образом ты это все делала? Паяльничек такой есть, и каждую стразину отдельно. Подожди, а сначала рисунок где-то у тебя в голове или ты его сразу… В голове. В голове, то есть ты его отдельно на какую кальку не наносишь и потом не делаешь трафарета. Изначально, конечно, я делаю трафарет, это в любом случае, но в принципе это не чей-то готовый эскиз. Не чей-то? Нет. А ты по образованию кто? Специалист по налогообложению. Только это очень плотную связано, это надо искусство налогами обложить, так же, как искусство наложить и обложить сразами, так сказать, соревновательный костюм, тире купальник, тире, ну, дальше промолчим, потому что меня можно сейчас понести. Ну что, тренер теперь скажет два слова? Давайте. Можно сидеть. Вы же такой уважаемый человек, что можете после ваших наград, ваших этих самых чемпионок, вы можете уже сидеть, фиксим, что я стою. Ну, то, что вы устали, конечно, хорошо. Меня зовут Артем Гвозденко. Я из города Ставрополь, живу сейчас в Москве. Работаю в компании «Дион», которая занимается спортивным питанием. Мы помогаем спортсменам, их продвигаем в плане питания, в плане методики. Вот. На сегодняшний день у нас 3 спортсмена. Так а у нас девочка, у нас уже член команды Гион или нет еще? Гион помогает, у нас член команды надо заслужить. А, то есть кровью, да? Да, кровью. Сейчас кровь будет пускаться, чтобы давление внутричерепное снизить. Лена, заметили, познакомились с ней на Москве, в Московской области. Вот, переписывались по интернету, там выясняли какие-то недочеты, почему такие места, почему нельзя выше подняться. А уже с чемпионата России мы уже плотно работаем. Встречаемся там в Чебоксарах, приезжали, именно показывали, как тренировку делали пробную, расписывали там стратегию. Переписываемся, созваниваемся, высылаем фотографии. Дальше что? Дальше, я думаю, что Лена надо в декретный отпуск уходить. Следов от декрета больше у меня, в раз в 10, чем у нее, если не в 100. Я думаю, что мы пока репетиции были с мужем. Это кто, муж? Да. Представьтесь, пожалуйста. Новоселов Сергей.
Сергей, да. Новоселов, и вы тоже из Йошкар-Олы. Да. Вы помашите ручкой. Спасибо большое. Да, мы еще не прощаемся, мы все время в стадии. Good luck, удачи. Фильм снят при поддержке компании Hard Labs. Спортивное питание Hard Labs – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Hard Labs – это формула вашего прогресса.